Одним местом для отдыха у воды в Иркутской области стало меньше. Правда, дело здесь не в разрешениях или запретах на купание. В Судянском районе перекрыли дорогу к теплым озерам, ведь проезд по ней стал опасным. Из-за проливных дождей уровень реки Снежной поднялся. Вода размыла берег, где проходит дорога к озерам. Грунт осыпался, и в итоге дорога превратилась в узкую тропу, по которой невозможно проехать. Опасный участок огородили, а проезд по дороге закрыли. Однако на территории экопарка возле теплых озер сейчас находится почти 250 туристов и столько же сотрудников, и многие из них приехали сюда на машине. А значит, уехать пока не могут. Чтобы путешественники не сворачивали на опасную дорогу, на трассе круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, а на месте происшествия спасатели. При этом добраться до зоны отдыха и покинуть ее можно пешком. Кроме того, сейчас решается вопрос об обустройстве временного объезда. Тем не менее, прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный. Поэтому путешественников просят отложить поездки на озера и в целом отказаться от выходов на туристические маршруты.